В офисах футбольного Енисея прошли обыски. Они могут быть связаны с работой прежнего руководства клуба, сообщает телеграм-канал «Борус». Утром оперативники явились в футбол-арену «Енисей». Пресс-служба клуба факт обысков новостям «Прима» подтвердила. По информации источника, силовики изымали финансовую документацию. Возможно, их рейд связан с аудиторской проверкой, которая проходила в «Енисей». Напомню, депутаты Заксобрания подозревали, что клуб при прежнем руководстве продавал горожанам инвентарь, который закупал за государственные деньги. На формы для игроков каждый год выделялось около 10 миллионов. Но, по идее, хватало и 4 миллионов. Остальной товар якобы продавался через магазин, который открывали с использованием имени клуба. Добавлю, бывший директор «Енисея» Денис Рубцов сейчас руководит Владикавказской «Аланией».